Мама моя, она сразу обрадовалась, начала кричать, плакать. Вот, а у меня реакция была другая немного, замедленная такая. Выпускница 149-й школы Полина Романова скромно рассказывает о своих успехах. На ЕГЭ сразу по двум предметам Полина получила 100 баллов. Это русский язык и литература. Девушка отмечает, стремление поступить в Самарский вуз на дизайнера и связать свою жизнь с этой сферой – главное, что движет ею. Вот, честно говоря, я не ожидала таких результатов. Я просто готовилась, и у меня не было какой-то цели получить 100 баллов. Вот, я просто, ну, узнала какие-то свои задачи и выполняла их. В этот день Полина поднимается на сцену ДК «Металлургов» за благодарственным письмом от администрации промышленного района и за медалью за успехи в учебе. Чествование отличников в торжественной обстановке – уже традиция. В этом году 197 выпускников общеобразовательных учреждений промышленного района окончили школы с медалями. 19 ребят сдали ЕГЭ на 100 баллов. Каждому из них сегодня вручили их заслуженную награду и подарки от губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Хочется поздравить детей и родителей с успешным окончанием этого сложного, волнительного периода, а педагогам сказать огромное спасибо за тот результат, который мы сегодня имеем. По словам депутата городской думы Вячеслава Звягинцева, это большая честь разделить праздник с теми, кто достоин таких высоких результатов. Ежегодно количество выпускников золотых медалистов увеличивается. В этом году это 197 человек. Это, по сути, золотой фонд промышленного района на сегодняшний день. Ежегодно цифра меняется, но, как правило, с каждым годом она становится все больше и больше. Вместе с выпускниками в зале присутствовали родители и педагоги. Овации и слова благодарности в этот день звучали и в их адрес. Галина Топилина, Николай Сидоров. События.